Спасенные медвежата-сироты вернулись домой в Югру. Об этом сообщил департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа на странице в социальной сети ВКонтакте. Медвежат начали замечать в регионе еще в апреле. Три малыша выходили на дорогу без мамы, и люди стали их подкармливать. Из-за этого детеныши рисковали не выжить в дикой природе. Тогда Тром, Аган и Ляма, как назвали косолапых, отправились на реабилитацию в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Тройняшки провели в Тверском центре полгода. За это время они в том числе научились взаимодействовать с другими медведями. После этого хищников вернули в Югру и поселили в заповеднике Малая Сосьва в Советском районе. Там они начнут самостоятельную жизнь в дикой природе.